плазменный шар вот такими штуками. Видишь? Забирай, да. Потому что стрим. Вот этот, это потеря. Наводится. А если сюда? Лампочка, если сюда. Он тоже будет. Кажется, с настройкой резонанса. Самое главное, ну, раскачать так, чтобы он поторгнут. Так вот здесь вот мы и раскачиваем резонанс. Видишь, мы используем маломощный транзистор, очень сильно греется. Ну и сам источник как бы маломощный, соответственно, мы не можем получить достаточной мощности на выходе. Это так вот, вот это чисто поиграться. Так его регулировать можно прямо вот, ты что-нибудь скрутить, да, так, да, чтобы он...